это единственное медийное крупное онлайн мероприятие, а других мероприятий не было 4 ноября таких вот физических в городе. Онлайн-марафон «Донбасс-Белгород», городской фестиваль «Белмилфест», фестиваль поэзии «Сплав» и множество других мероприятий. Продвижение всех этих проектов организовал наш холдинг «Белгород Медиа». Команда опытных профессионалов использует современные техники пиара и маркетинга. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, всем привет! В эфире онлайн-марафон «Донбасс-Белгород». За 20 лет круглосуточный телевизионный канал «Белгород-24» организовал и провел множество рекламных кампаний для продвижения региональных и федеральных бизнес-сообществ. К юбилею наша команда организовала встречу с представителями малого и среднего бизнеса и некоммерческими организациями. При поддержке ОНО «Ресурсный центр развития медиакоммуникаций» специалисты холдинга рассказали о шагах, которые помогут раздвинуть границы бренда при помощи СМИ. Вы своей личной историей, как вы начинали, можете вдохновить многих людей. Начинать, продвигать, продолжать и тем самым вызывать доверие. Потому что вы, если заинтересовали, человек, кто сталкивался с тем, начинаешь копать дальше, с чего начинал. Чтобы охватить всю аудиторию и создать качественную клиентскую базу, нужно двигать свой бизнес на всех медийных площадках. И мы знаем, как подружить электронные СМИ с печатью. В кейсе нашего холдинга есть мультиплатформенный проект «Белгород Про». Благодаря ему о вашем стартапе расскажут в журнале, на Ютубе и в соцсетях. Помимо эффективной рекламы новых клиентов, вы получите приятный бонус – видеоролик. Помимо того, что человек получает его себе, это видео размещается на наших цифровых площадках с достаточно большой аудиторией, около совокупной аудитории около 40 тысяч, да, если мы возьмем только вот социальные сети, это я еще не беру даже отдельно статистику сайта Белновости. В общем, это достаточно большой охват получается. Охватить такую большую аудиторию – мечта многих. Виктория – не исключение. В планах создать в Белгороде массажную студию номер один. На встрече она выиграла информационную поддержку от холдинга «Белгород Медиа» на всех наших информационных площадках. Для меня очень важно продвигаться и рассказывать о себе, о своем бренде, о своей работе, о своей миссии. Вообще, это проект моей мечты. Вот. И очень здорово, что здесь появилась такая возможность самореализации. Заниматься продвижением своего дела необходимо как начинающим предпринимателям, так и акулам бизнеса. Ведь остановка в развитии своего предприятия, своего детища означает деградацию и смерть. Что касаемо SMM, продвижения, маркетинга, это ступенька для меня, ну, довольно-таки новая. Я учусь каждый день, потому что пытаюсь успеть за молодежью. На сегодня такие моменты звучали, которые полезны для продвижения некоммерческой организации. Молодая команда талантливых и креативных сотрудников поможет сделать ваш бизнес самым узнаваемым и самым продаваемым среди конкурентов. Поэтому Белгород Медиа, Железнякова 20, телеканал Белгород 24. Пожалуйста, знайте нас, дружите с нами. Екатерина Скляренко, Роман Юрин, Белгород Медиа.